стихотворения уже совсем недавние, как ветераны встречаются. С ветеранами видится уже, так сказать, тяжеловато. Значит, каждый год наша дивизия все еще собирается, значит, один не видит, другой не слышит, третий, значит, плохо соображает. Значит, приходишь, кидается со слезами на глазах обнимать, Женька, значит, слушает их кто? Нет, ну я старший лейтенант Агранович. А, да, черт побери, а я тебя знаю. Ну как же, вот он один год вот так причем. Начинаешь звать, где майор Фролов? А, говорят, вернулся в роту. Догнал свой батальон. И все так хохочут, так смешно, знаешь, остроумно очень. Вернулся в роту, а рота его на Одере. Вот таким образом. Значит, под влиянием таких впечатлений, значит, написал я небольшое стихотворение. «Чайки березки» называется. «Чтобы повидаться, проститься, помянуть убывших ребят, несколько морских пехотинцев съехались на тихий парад. Чисто бритых, мытых, тверезых, привезли их в лес за село. Ровно столько в роще березок, сколько здесь бойцов полегло. Однолетки равного роста, золотой листвой шелестят. Чайки — это души матросов, а березки — души солдат. Видишь, как светло и сурово подступил березовый строй. Что же убивают их снова два шакала с бензопилой? В рощу не показывать носу и валите живо назад. Чайки — это души матросов, а березки — души солдат. Не робей, морская пехота, списанная Богом в запас. Мы еще решаем чего-то. Остается выбор у нас. Гимнастерки мы и тельняшки, без козырки и сапоги. Волны наши, окопы наши, мы солдаты, мы моряки. На крыле рассвет будет розов, на стволе багровый закат. Чайки — это души матросов, а березки — души солдат. У меня знакомых в море много, прямо ими я не нахвалюсь, в том числе миноги, осьминоги и малюсенький моллюск. Я и не бываю одиноким, а ведь это в жизни крупный плюс. У меня миноги, осьминоги и малюсенький моллюск. Не перебивая всю дорогу, разве что я сам остановлюсь, слушают миноги, осьминоги и малюсенький моллюск. Их просить не надо, а подмоги, никого я в драке не боюсь. За меня миноги, осьминоги и малюсенький моллюск. Вот и получается в итоге, что устроил всех такой союз. Счастливы миноги, осьминоги и малюсенький моллюск. Друзья, вы сейчас вам придется мне помочь. Вы видите, я понимаю, теряю, роняю бумаги, забываю слова, так сказать, мелодии, начинаю кашлять и спотыкаться, нуждаюсь в вашей, так сказать, товарищеской дружеской помощи. Эта штука имеет припев. Тари-пам, пари-ам-пам-пам-пам-пам. Вот такой припев. Давай-давай, короче, о самом основном попробуй. Давай-давай, короче, о самом основном. В здоровой атмосфере растил нас детский сад. У мами, тети Веи нас было 50. По всем вопросам срочным, бывало днем и ночью, всегда мы к ней идем, она же просит очень. Давайте покороче о самом основном. Давай-давай, короче, о самом основном. Давай-давай, короче, о самом основном.
под чутким руководством прошел я 100 дорог. Всегда был рядом взрослый, душевный педагог. Ты чем-то озабочен, и слить ты душу хочешь, находишь друга в нем, он только просит очень. Давай-ка покороче о самом основном. Давай-давай, короче, о самом основном. Давай-давай, короче, о самом основном. С высоковольтной мачты на низ я загремел. Лежу-лежу в санчасти, сам беленький как мел. Со мною в викторину играет персонал. Болел ли скарлатиной, ангиной не страдал. Когда лечился в Сочи, велик ли стаж рабочий, и спишут целый дом, а я прошу, короче, о самом основном. Давай-давай, короче, о самом основном. Давай-давай, короче, о самом основном. С одной девчонкой милой глядел я на закат. Она мне говорила, что сердце — это клад. Тот клад один из тысячи, зарытый глубоко. И кто его отыщет, не будет бедняком. Еще она сказала, что звезд на небе мало, а в сердце их полно. А я ей, между прочим, давай-ка покороче о самом основном. Давай-давай, короче, о самом основном. Давай-давай, понимаешь, короче, о самом основном. Пам-пам! Театр Вахтангова, роскошный, старинный, старинный русский модерн, значит, начала века, огромный, красивый серый дом. Ну, идем мы смотрим под ноги, естественно, чтобы не спотыкнуться. А надо взглянуть наверх, в нише пятого этажа, стоит такое архитектурное излишество, бронзовый рыцарь. Опершись на меч, стоит такой рыцарь. По складкам каменного платья поток струится дождевой. Последний рыцарь на Арбате стоит над людной Москвой. Надменным взором феодала он смотрит на поток людской. Последний рыцарь на Арбате стоит на доме 35. Его еще надолго хватит, он годы может простоять. Вчера в гостях мы пили-ели, плясали лихо и хитро. Троллейбус мы пересидели, не досидели до метро. Подруга тихая спросила, советы рыцарства храня, конечно, ты проводишь, милый, пешком в черемушке меня. Последний рыцарь на Арбате стоит на доме 35. Я буду спать в своей кровати, а он вас может провожать. Тут в переулке за бульваром один не в меру смелый тип, дыша огнем и перегаром, к прохожей школьнице прилип. Она мне крикнуть не посмела, я понял все, едва взглянул. И возмущенный до предела я тут же за угол свернул. Последний рыцарь на Арбате стоит на доме 35, а мне скандал совсем не кстати. Вот он вас должен защищать. Конечно, в песне правды мало, и краски слишком сгущены. Что больше рыцарей не стало, вы думать вовсе не должны. За эту шутку не судите, не принимайте крайних мер. А рыцарей сколько хотите, я назову вам. Например, последний рыцарь на Арбате стоит на доме 35, его еще надолго хватит, он годы может постоять. Спасибо, то я его подзабыл. Просто попытка в маленьком стихотворении, ну, как вам сказать, все пишут про любовь, сказать какую-то правду. Все-таки как-то из долгой жизни извлекаешь сок какой-то, может быть, очень наглядный, вот, но как бы еще не опубликованный истиной. То есть какой-то правды в отношениях людских. Любовь стараясь удержать, как саблю тянем мы ее, один к себе за рукоять, другой к себе за острие. Любовь стараясь оттолкнуть, на саблю давим мы вдвоем, один эфесом другу в грудь, другой под сердце острием. А тот, кто лезвие рукой не в силах больше удержать, когда-нибудь в любви другой возьмет охотно рукоять. И рук, сжимающих металл, ему ничуть не будет жаль, как будто он не испытал, как режет сталь, как ранит сталь.
хочется прочитать. Довольно скандальный. Вот оно расходилось только так в рукописях 61-го или 2-го года. Стихотворение тогда очень небезопасно было так, значит, выступать по этим вопросам. Вот, но расходилось широко, так сказать, как-то так вот в списках, что в те времена было большой редкостью. Еще песенка куда ни шло, но просто переписывать от руки какое-то длинное стихотворение мало кто, казалось бы, может. Но основано на каком-то факте. Больше я, кроме той степени факта, которая в самом стихотворении изложена, больше ничего не знаю. И не поехал я туда знакомиться или узнавать что-то об этом человеке. С меня было довольно и того факта, который я уже мог как-то по-своему осмыслить. Просто это называется «Еврей-священник». Еврей-священник. Видели такое? Нет, не раввин, а православный поп. Алабинский викарий под Москвою. Одна из видных на селе особ. Под бархатной скуфейкой, в черной рясе, еврея можно видеть каждый день. Апостольский он шествует по грязи всех четырех окрестных деревень. Работы много, и встает он рано, едва споют в колхозе петухи. Венчает, крестит он, и прихожанам со вздохом отпускает он грехи. Слегка картавя, служит он обедню, кадило держит бледной рукой. Усопших, провожая в путь последний, на кладбище поет за упокой. Он кончил институт в 50-м. Диплом отгрохал выше всех похвал. Тогда нашлась работа всем ребятам, а он один пороги обивал. Он был еврей, мишень для шутки грубой, ходивший в те неважные года. Считался инвалидом 5-й группы, писал в графе «Национальность» «Да». Столетний дед, находка для музея, пергаментный и ветхий, как талмуд, сказал, смотри на этого еврея, никак его на службу не возьмут. Еврей, скажите мне, где синагога? Свинину жрущий и насквозь стряпной, не знающий ни языка, ни бога. Да при царе-то был бы первый гой. А что, креститься мог бы я, к примеру, и полноправным бы родился вновь. Так царь меня преследовал за веру, а вы биологически за кровь. И так с 10-м вежливым отказом, из министерских выскочив дверей, Всевышней благости исполнен, сразу в Святой Загорск направился еврей. Крещенный без бюрократизма, быстро, он стал омытым от мирских обид. Евреем он остался для министра, но русским счел митрополит. Студенту, закаленному зубрили, премудрость семинарская, пустяк. Святым отцам на радость, без усилий, он по 2 курса в год глотал шутя. Опять диплом, опять распределение. Но зря еврея оторопь берет. На этот раз, без всяких ущемлений, он самый лучший получил приход. В большой церковной кружке денег много. Рэп, батюшка, блаженствуй и жирей. Что, черт возьми? Опять не слава Богу? Нет, по-людски не может жить еврей. Но пил бы водку, жрал курей и уток, построил дачу и купил бы ЗИЛ. Так нет святой районной, кроме шуток, он пастырем себя вообразил. И вот стоит он, тощ и бескорыстен, и громом льется из худой груди на прихожан поток забытых истин, таких как «не убей, не укради». Мы пальцами указывать не будем, но многие ли помнят в наши дни, кто проповедь прочесть желает людям, тот жрать не должен, слаще, чем они. Еврей мораль читает нам воне, из душ заблудших выметая ссор. Падение преступности в районе себе в заслугу ставит прокурор. Просто, ребят, хотел еще пока поделиться с вами еще одной радостью, поскольку вот уже в такие годы, значит, замечаю, какое счастье. Вот мы говорим, у нас много неприятностей и валится на нашу голову. Но одно счастье, вот никто у нас не может отнять, какое счастье наш язык русский. То есть я уверен, что ни на одном другом языке, вот то, что я вам, допустим, сейчас попытаюсь прочитать, перевести нельзя, ни на какой, так сказать, другой язык. Ну, авторы российские давно заметили, возможно, в смысле, удивительные рифмы там на 15 звуков, или очень интересного созвучия, ну, не знаю, у Хлебникова «у колодца расколоться так хотела бы вода, чтобы в болотце с позолотцем отразились провода». Там, не знаю, но во всяком случае, все это оставалось
сказал скромный автор, в рамках просто такой, значит, звуковой игры.